Ты готова? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1988 года рождения, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой первое в данном виде согласно своему эфирному коду. Ставим маячок зеленый-красный. Если это она зеленая, если нет, красный. Какого цвета маячок? Зеленый. Хорошо. Посмотри, что там. Она яркая какая-то. Яркая. Дракон. Хорошо, я даю команду. И на счет 3, если в ее биороботе находятся еще копии, голограммы, любые другие артефакты, на счет 3 они выходят. 1, 2, 3. И становятся рядом с тонкой копией. У меня ощущение, что вышла тонкая копия, но там есть голограмма. Хорошо, и я даю команду. На счет 3, сила моего намерения, тонкая копия, голограмма становится рядом. 1, 2, 3. Да будет так. Да, вышли обе. Хорошо. И защищаем физический биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем тонкую копию в защитный скафандр. Голограмму берем в сетку. И на счет 3 поднимаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Мы на месте. Хорошо. И на счет 3 отправляю голограмму в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Мы приветствуем Жанну, интересуемся, готова ли Жанна к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Знаешь, это не, как сказать, голограмма, но она ее почему-то держит в руках и не отпускает в клетку. Она говорит, что это часть меня, она как раздвоенная. Так. Хорошо, там давай. Часть моей души говорит, я не могу отпустить. Хорошо, тогда мы делаем... А кто поставил эту голограмму, она знает? Она на клетку показывает. Кто там в клетке у нас, Вера? Дракон красный. И считай цифры над головой дракона. 1, 2, 3. 816. И достаю печать дракона. 1, 2, 3. Включаю на полную мощность. И дракон получает удар. 150 тысяч герц удар. Скулит он. Хорошо. Паразит уменьшает дракона в 2 раза силами его намерения. Да будет так. Замер дракон в клетке. Хорошо. Я даю команду Жанна. Мы приветствуем Жанну. Она готова к диагностике доверить нам свое биополе? Я спросил, да? Она доверит. Она на себя показывает. В ней очень много энергии вот этого дракона. Хорошо, мы сделаем рассинхронизацию. Дракон, я тебя сожгу сегодня. Ты сегодня уйдешь в галактическое ядро, паразит. За вот это, что ты сегодня сделал. И я даю команду, значит, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Жанны. Сканирует пространство над головой. 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Жанны. Находит все. Ну вот это как голограмма, которая, да, но она тоже живая. Она сейчас зашла в нее. Угу. Она как скованная, то есть у нее какой-то страх, он у нее страх внушал. Это его энергия, хорошо. Какое-то тело у нее очень напугано, не могу понять, какое. Мы будем рассинхронизацию делать, посмотрим сейчас, что выйдет. Давай, каналы еще проявились, кто-то еще вышел? Сейчас смотрю, пока нет. Хорошо, наблюдаю. Нет, никого нет больше, она как отравлена вся вот этим драконьими энергиями. Красными. Ну ты паразит, красный дракон. Ну и дракон еще получает удар. 150 тысяч герц. Дышит как-то так. Он еще хуже будет сегодня дышать. И я даю команду тонкой копии Жанны спроецировать все энергетические сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за эти чужеродные негативные патогенные энергии. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей этой чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Жанне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним.
усиливаются потоки в 100 раз до последнего микрона. Много украл, Вера? Ты знаешь, у нас еще один канал выстроился. Вот так вот. Снимаются все маски и голограммы. Реверс продолжается. Фантом предстоит в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Это грязно-синяя к этой энергии идет. Хорошо. Снимаются все голограммы. Я приказываю ответственному выйти сейчас из голограммы, иначе я сожгу его. Гуманоид. Гуманоид. Так, гуманоид. Я вижу, мы не поняли друг друга, да? И от гуманоида выстраивается канал к ответственному, если он еще с кем-то связан. 1, 2, 3. И все ответственные по каналам притягиваются в эту клетку-тюрьму и становятся заложниками. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Кто притянулся? Я не знаю, никто не притянулся, но он меняется. Он голограмма. Влад, и от этой голограммы сейчас, если это голограмма, выстраивается канал к ответственному. Я притягиваю его в клетку-тюрьму, где бы он ни находился во Вселенной. 1, 2, 3. По ДНК я нахожу его и притягиваю в клетку-тюрьму. Становится моим заложником. Да будет так. А так и есть. Что-то очень на саламандр похожее. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде. 1, 2, 3. Это он. Саламандр. Хорошо. Считай цифру над головой. На тебя нет воздействия, Вера? Нет. Сразу мне скажешь. 52. 52. Так, гуманоид. Откуда ты и что ты здесь делаешь? Но это не гуманоид, он поменялся на саламандру. А, понятно. Значит, гуманоид, это была голограмма, да? Угу. Хорошо. Ставим сейчас маячок на саламандру, зеленый-красный, если это органическая субстанция, а не голограмма и не защита. Загорается зеленый цвет. Если нет, красный. 1, 2, 3. Какого цвета маячок? Зеленый. Так, кто ты такой, саламандр? Или какая ты цивилизация? Откуда ты пришел? Ты кто подвид вообще? Драконий подвид. Подвид дракона. Как вы называетесь? Саламандр, так и называемся. Меняем цвета. Подвид драконов. Хорошо. Скажи-ка мне, подвид драконов. Ты работал вместе с красным драконом в паре? Какое у вас название? Как мне тебя называть? Саламандра? Или называть тебя драконом? Или кто ты вообще? Саламандра. Саламандра. Хорошо, саламандра. Скажи мне, ты работал в паре с синим драконом. Ты видишь сейчас, как он выглядит? Я жду сейчас информацию. Он меняет цвета. То синий, то зеленый, то красный становится. Подстраивается под дракона. Говоришь, он красный становится. Он разрешил ему зайти. Дракон ему разрешил зайти? Да. Понятно. Хорошо. С какими целями ты пришел сюда и зачем ты пытался разделить тонкие копии? Это твоя работа была или это работа была дракона? Дракона. Теперь скажи мне, как долго ты находился в этом теле? Реверс закончился, Вера? Да, 21 идет. 21 день, да? День, но не месяц же. 21 день. Понятно, хорошо. Так, и устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Жанна забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Жанна себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошла энергия, усиливаем ее в 100 раз. Так, подхожу к дракону, к этому беспредельщику. Что ты здесь делаешь, паразит? Кто тебе разрешал входить в биополе человека, который прочитал манифест о свободе своих энергий? Что ты здесь делаешь, вор? Пользуется энергиями, ворует. Кто тебе разрешал сюда входить? Никто, да? Никто. Понятно, значит, я с тобой могу делать все, что пожелаю. Сейчас я спрошу Жанну, если Жанна захочет. Она прочитала манифесты. В манифесте были такие слова, которые ты проигнорировал. Любая сущность, которая входит в мое биополе, без моего согласия, автоматически отправляется в галактическое ядро.
Ты готов, Красный Дракон, сегодня уйти в галактическое ядро? Нет, он не готов. Хорошо, мы спрашиваем тогда Жанну, как Жанна посчитает. Ревер закончился, Вера? Идет еще. Хорошо, ждем. И, Жанна, обращаясь к вам, вот ваши интерференты, вот те, кто вам досаждал. Как вы хотите с ними поступить? Ваше решение. Он говорит, что он меня отравил. Ах ты, мразь, дракон. Ну ты... Вот эти энергии его, они несовместимы с ее. Хорошо, хорошо, дракон. Значит, он вот как костром, да, своим вот обжег ее, когда нашел. Да. Как насильно залез в ее поля. И дракон получает еще раз 150 тысяч герц. Удар. Я тебя сегодня за каждое твое достижение буду наказывать. Вознаграждать, вернее, вознаграждать. За вот этот подлый твой ход, за отравление. Отравление я тебя вообще не знаю, как прощать. Потому что ты перешел уже все границы. Ты все границы перешел, дракон. Сегодня я тебе докажу, как твое оборудование на тебе работает. Я в тебя все сегодня установлю и включу на полную мощность, пока у тебя горстка пепла не останется. Ты это понял, паразит? Он понял. Хорошо, так. Ревер закончился. Хорошо, ревер закончился. Давай сделаем так. Саламандра, выходи сейчас, доставай все, что ты оставил в ее биополе. И рассказывай, для чего ты что устанавливал. Там нет установок, там их энергия только. Хорошо, так. И я даю команду сейчас на счет три. Из биополя Жанны начинает выходить все на чистоте. Дракон. На счет три начинает выходить. Жанна включает внутренний белый свет и начинает их выдавливать. Один, два, три. Все, до последнего микрона сейчас выходит безболезненно из биополя. Импланты, все, что они оставили, малейшие наночастицы их энергии выдавливаются из биополя Жанны. Ну, вот у дракона есть подключки, провода выходят, чипы выходят. Угу, красная энергия наматывается, это отравленная. Все до последнего микрона выходит. Как я. Готова. Отлично. Так, этот яд, под ядом открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И яд улетает в галактическое ядро. Закрывай, печатай, растворяй. У Саламандры вышли там эти вот яд, да, тоже? Да, синий. Тоже яд? Да. Открывается портал в галактическое ядро, улетает и этот яд в галактическое ядро. Закрывай, печатай, растворяй. У нас должны были остаться подключки дракона, да? Да, провода есть. И все устанавливается на дракона, значит, 3, 1, 2, 3. И я даю команду на откат негатива, который дракон, на откат боли, который дракон дал ей. Значит, 3. Все включается на полную мощность. И в течение одной минуты дракон получает все, всю боль назад. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Увеличиваем мощность. За одну минуту вся боль возвращается дракону. У него почему-то картинки в голове пошли. Страх вызывает. Вот эти картинки. Прессия. Ну, пусть себя хвост кусает. Ну, как-то так качается и подвывает. Это называется карма. Ты получаешь то, что ты дал. Это благодарность за твои хорошие деяния. Ревер заканчивается автоматически, когда последний боль уйдет. Жанна, она отряхивается и она говорит, пусть он пообещает, что не придут ко мне больше. Это мы разберемся сейчас, пока он получит все назад, и как остановится, тогда мы еще спросим, если будет кого что спрашивать. Он лежит на полу. Отлично, стоп. Хорошо, так. Все у нас вышло, все мы убрали. Подхожу к Жанне, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом сжигаю все каналы. 1, 2, 3, удар. А ну посмотри, сколько у Жанны сейчас энергии. Насколько они ее опустили, какая частота вибрации. 62,8. 8 герц. Вот же ж паразит.
Так, Саламандра, как тебе сегодняшнее первое представление? Впечатлен? Хочешь такое получить? Нет, он не хочет. Не хочет. Хорошо, тогда я жду от тебя сейчас уверений, вернее, я, а Жанна, твою клятву, твое честное слово, Саламандры, если таковое есть, что ты никогда больше не придешь в ее биополе. Если она тебя поверит, я тебя отпущу. Если нет, пеняй на себя. Он говорит, что я покину ее тело. И? Ты уже покинул ее тело. И вернусь. Куда ты вернешься? В свой мир. Ты можешь возразить... Какая информация идет, что они вообще редко к людям выходят, и он вернется. Ну а что ты вообще тогда пришел к человеку? Ты мне скажи. У тебя есть хоть одна объективная причина? Иркон заинтересовал. Ну, понятно. Ладно, хорошо, Саламандра. Ты понял свой урок сегодня? Да, он понял. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте Саламандры. 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту безболезненно, забывая дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. То. Хорошо. Подхожу к дракону. Где он там? На полу. На полу. И возвращаем его размеры на счет 3. 1, 2, 3. Готов. Так, дракон. Я слушаю тебя. Ты мне что-то хотел сказать? И Жанне. Отпусти. Честно, драконье слово даю, не вернусь. Ты понял свой урок? Больше, чем понял. Меня очень сегодня один фактор огорчил. Ты понимаешь, это не даже твои платы под ключки, а то, что ты отравил своей энергией. Такого мы встречали очень редко. И это та грань, которая очень опасна. Я тебе очень рекомендую задуматься над тем, что ты делаешь. Мир... Я еще не встречал наказания. Хорошо, сейчас ты встретил. На счет 3 выходят все приборы, которые я установил в его биополе, зависает перед клеткой 1, 2, 3, все провода выходят. То. Открывая под ним портал в галактическое ядро, они улетают в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть, да. Он говорит, что он уважает плеядцев и никогда бы не зашел, если бы знал, что она под защитами плеяд, он говорит. Хорошо. К сожалению, я не могу повесить такую ей наклейку на драконьем языке, поэтому вот такая случилась ситуация. Ты остался жив, и поэтому в большей части ты должен быть благодарен Жанне. Сделай выводы из этой ситуации. Вот, и больше такого не повторяю, потому что наша следующая встреча может стать для кого-то фатальной. Ты это понял, да? Да, он понял. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Ой, Вера, сколько раз вот эти драконы приходили ко мне, как будто они не видели печать плеяд. Я тебя прошу, это такая ложь. Им по барабану, это беспредельщики. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии нужно Жанне и какая частая вибрация? 350, 27. И? Хорошо, и на счет 3 в макушку головы Жанны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до числа значения 27 Гц. Пошел подъем. Странные эти драконы, реально. И интеллектуалы среди них, и отморозки полнейшие. Все как на Земле. Готово. Хорошо, отлично. И синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Жанны в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. После таких паразитов она быстро заметит улучшение. Хорошо. Так, и отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Да, я на месте.